еще отпустить Юлю. Путин попросит? Да. У нас просто очень много анекдотов на эту тему есть. А что за анекдот? Украина перед Россией никогда на коленях не стояла. О, я не знаю такие анекдоты. Ну-ка. Ну, приходит Юля. Что ты не любишь? Ты рассказывай. Приходит Юля к Путину просить газ, чтобы Путин дал газ. И говорит, Владимир Владимирович, дайте, пожалуйста, нам газ. Он говорит, ну, сделаешь минет, дам газ. А Юля говорит, Владимир Владимирович, встаньте, пожалуйста, на табуретку. Он говорит, зачем? Ну, Украина перед Россией еще никогда на коленях не стояла. Поэтому...